перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да. Эрик, здорово, братан. Короче, у меня вылетел что-то. Магай, что ли, зашла? Ничего интересного не говорят. А чё, интересно? Заезжай. Ты чё, в Москве, что ли? Сколько будет стоить прописать? Час на студии ЦАО запись стоит 1000 рублей. Вот 1000, короче, там, походу. Да, будут браслеты. Браслеты с такой вот. Браслет. Там еще круче будут браслеты, еще будут перстни. Короче, будут еще эти, как они называются. Всякие такие примочки, патроны, лезвия, всякие, короче. Ну и плюс будет такая еще история, это типа совсем золотой браслет, дорогой еще, все эти такого. Брюлики большие, крупные всякие. Вот так. Блин, в плане рекламы, конечно, я этим занялся, блядь. Конечно, я буду это рекламировать, блин. Вы что, прикалываетесь? Или вы как хотите, чтобы что-то мы делали, не рекламировали это? Я же не рекламирую, блядь, салат какой-то, или там сыр, блядь, и то. Сыр же не рекламирую, блядь. Бриллианты, блин, золото. Чё? Это крутая штука. Перец, там где амфетамины. Да, я люблю блестящую всякую хуйню. Центр, да, все. Центр Рипли. За люди? А, спасибо большое. Насчет кино я не знаю. Может и будет, может не будет. Хуй знает. Честно, не в курсе. Я уже ни на что не загадываю. Как только начинаю что-то делать, получается какой-то пиздец. Сразу типа все ломается, блин, надоело это. Новая музыка, блин. Новая музыка здесь вот. Сейчас я вам пиздячу. Вы еще не все ее видели, поэтому я ее пиздячу сейчас так. Где завтрак? Я жил, говорят, для себя, не для кого-то другого, себе как собой. Без карика, дай кока-колу, сжигаю деньги, взрываю заряды, пялись в ТВ, взломаю мозги, зануда на детское шоу, пойду угорну, пусть пиздят по сети, седые виски не мое. Я не бык, но вечно говно, рядом друзья, тоже вечно говно, мы такие давно, за уже не семья, скорее, просто погорю, умер хип-хоп. Попса нагибая за улицу, сколько делаю вдох. Я походу веган, тут самый кайфажор. Хотя нет, я все же веган, люблю сладкий чай. Много лимона, желтый прочистит мозги. Лимончелло как ламба, дергаем с выхода путь. Но каждый день это сон, детка. Сон, детка. Мой каждый день это ром, детка. Ром, детка. Мой каждый день это фон, детка. Фон, детка. Мой каждый день это гон, детка. Гон, детка. Ну ладно, хватит мне.
Вы говорите, я, блядь. Вы говорите, я тут нихуя не делаю, блядь. Пишу рэп. Пишу я все потихонечку. Скажи. Ну припев-то новый. Ну припев-то новый. Припев, да. Ну вот. Ну нет, есть, да. Есть материал. Хороший материал. Песенка. О том, как мне проходит мой день. Салам в Астану. Делаю нормальное музло, отстаньте от меня. Я понимаю, или может быть. Почему я такой злой-то раньше был? Может, потому что у меня студии не было. А теперь студия есть опять? Я еще злее стал. С ней куча проблем появилась. Да и хуйню сам ты делаешь. Рон, блин, не пойду я домой, я, мне работать надо. Короче, интересно, эта хуйня работает еще. Блин. Дзерра. Нормальное музло. Какого куришь? Злой, потому что завидуешь. Ебать, они только, короче, блядь, понимаешь, у них на всю хуйню. Вы все одни большие Тимати. Если ты меня не любишь, блядь, значит, ты мне завидуешь. Логика пиздец. Прям ух, ух. Как они прям раздражают меня, блядь, этой хуйней. В плане выпусти. Альбом выпущу. Все, вам рэперов мало, что ли? Нормальный Джонни Вайс, артист новый у нас. Короче... Вот наш студийка. Тут не видно нихуя, да? Тут не видно нихуя. Да, там дальше ничего не видно. Вот студийка, короче. Ну, блин, слушай, тогда потерпи. Я, честно, хочу сделать заебись, не хочу делать хуйню. Я на выпускался уже. Дичи всякой. Кушать нет, неохота. Монобровь. Да. Рон, отвянь. Сейчас я тебя в чай скину. Сам спать идет. Бля, мне работать надо, мне иди домой, блядь. Спать иди. Ну, или он сам дома. Да он дома сидит просто, ему делать нехуй, блядь. Он завидует. Мы ничего не делаем, мы тут работаем. Молдову, не знаю. Мы тут работаем потихонечку, пишем песенки всякие. Что вам, люди не нравятся, да? А где номинаю нау? Короче, пузо сделал минус мне 1000 лет назад. Я тут его обнаружил в компьютере. И написал песню. Надо ее сделать с Димастой. Надо было тебе сказать, виделся же. Бля, Димон, если увидишь, короче, надо сделать с тобой трючок. Номинаю нал. Вот под этот битос, который играл. Как попасть под лейбл? Хуй его знает. Лейбл, блин, такая... Лейбл это не просто тут такая фигня. Мы особо тут не занимаемся раскруткой артистов, мы скорее туса людей по интересам. Ром выебывается. Рончик, не выебывайся. Тебе еще пива не досталось. Все, пока. Че? Все, короче, Рону в ЧС сейчас скинем. Блядь, пиздец, у меня все, блядь, все ебало сыпет. Колбаса! Колбаса, колбаса. Я люблю колбасу.
под фарфор с пивом без настроения. Да охуел он. Fuck you, Рончик. 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 Так, короче. О, Ксю, привет, нихуя себе. Так, здесь еще песня про любовь. Видите, пишу я песни, короче, все нормально, не парьтесь. Все, всем пока, всем спокойной ночи. Блять, вот ругается вообще кто-то постоянно. О, спасибо, я понял. Хуя там кто-то цитирует просто, блять, этого. Талую воду. Что такое фолов, блядь? Какой фолов, чувак? Ну, бля. Короче, нормально все будет. Никого не слушайте. Меня всю жизнь хейтили. Блядь, сколько себя помню, мне все говорили, пизда твоей карьере, тебе больше скоро ничего не светит. С первого дня мне это говорят. Не, вроде все нормально. Рон, отвянь, блядь. Просто пристал, Рон, это твоя совесть. Он нужен тебе, приготовил. Рон, ты что меня там ждешь при свечах и в чулках, что ли, блядь? Что ты мне это? Ты что себе зрелище? Да скоро поеду, я скоро поеду уже. Рончик, не переживай, братан. Все нормально, скоро поеду. Муравью, ну я... Нормальный музончик, мне нравится. Нравился, где давно ничего нового не слышал. Дратуйте, 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 товарищи. Привет в Германию. Чё там? Да, ты спросил, еще они меня хейтят. Они сами не знают, что они меня хейтят. Какое-то вообще сами непонятно. Ничего страшного, пусть хейтят. Я это монетизировать научился. Они теперь меня хейтят и платят мне за это. Они сами не понимают. За то, что ругаешься, надо же платить. Костроме привет. Дратуйте, Defend. С Кургана привет. Привет Кургану. Я не знаю. Чертануть. Нет, мы не чертим. Есть, говорит, новые треки. Только что ставил 3. Вот как вот на вас до всех. О! Пробор появился. Санчес, твой друг живой? Саня? Да, Саня. Сейчас, короче, я вам выйду сейчас я. Ну-ка, блин. Привет, рубец. Это будет эпично. Голосовать? Да я хуй знает, пойду ли я вообще голосовать. Но если пойду голосовать, буду за Путина голосовать. Мне сейчас скажут, что это пропаганда. О, Александр. Шалом. Шалом, а что ты во тьме там, блядь, сидишь? Вылези из засады, блядь. Ну, потому что здесь... Охуенное объяснение. Потому что... Потому что ночь, Давид Борисович. Ночь? Так меня видно, нет? Ну, смотри, видишь, ночь. Блять, ты где вообще? Дома. А чё так там тихо на улице? Блин, слушай, ну а что тут должно быть? Тут вот парковка. Охуенный вид с окна. Ну, вот машина моя стоит. Охуенный вид с окна у тебя. Вот. Нормальный. Там озеро еще, кстати. Ну тут, блин, как бы и лес. Новгородской области пишут. Новгородская область? Ну почти, да. Англии привет тоже. Друг живой.
все нормально. Он живой, все порядок. Слава богу, что живой, блядь. Спасибо, что живой. Да. Висок насильник, конечно, Саша. Ань, я думал, ты где-то, блядь, вообще на даче живешь. На какой даче? Нет, у меня квартира. На которой я за спалом спал, разговаривая с вами. На даче сидел за столом, я уснул, сижу, и, блядь, они что-то говорят. Да я сплю вообще, просто так устал. О, сейчас опять будут говорить, что ты этот, как его. Кто? Ну как его? So clean, so fresh. Ты чё, блядь, на кухне? Да. Знаешь, такой видон сейчас был, как будто ты где-то в купе. Бля, Рон, отстань. Сань, скажи Рону, чтобы он отстал от меня. Не скажу, он наш красно-белый, ёпта. Бля, заебали поросята, бля. Ты видишь, тут написано тебе, записывай с нормальными. Это что, интересно, имеют в виду люди? Что-то говорят, что просрали кому-то вот там. Кому мы? Да, мы просрали, конечно. Ёпта, кому? Вчера... Кому? Да. Атлетик из Бильбао. Кто? Клуб Атлетик. Испанский. Ну я понял, короче, для меня они вообще ничего не дают. Для тебя вообще футбол особо ничего не дает. Я вообще футболист. Смотришь, 3-1 Атлетико. Какой Атлетико? Для меня это 11 типов, у которых надо отобрать деньги, дать им пизды. Может, они играть начнут. А вообще лучше молодежь набрать какую-нибудь талантливую. На улице, я думаю, есть охуенные пацаны, которые футбол заебись и башат. На улице пацанов нету охуенных. Потому что на улице... Ну как нету, бля? Но в баскетболе же есть типы, которые офигенно играют на улице. Их никуда в команды не берут. Дима. А в команду попасть надо денег занести, блядь. Ой, слушай, ты ерунду несешь. Он про тебя пишет, что ты маньяк, блядь. Я маньяк? Да, лысый маньяк. Ну, пусть будет. Пусть будет маньяк. Нет, что. Бля, Рон, отъебись, серьезно тебе говорю, замучил уже ты меня. Лучше вид из окна показывай. Бруклин забит такими. Это значит, с чемоданом. Движение вверх ты ходил? Движение вверх? Да, конечно, охуенный фильм. Короче, ладно, Сань, спокойной ночи тебе, мой друг. Так, ты давай там это, операция это, Кариба нас ждет скоро. Кариба, блин. Скоро? Что-то, Карибский бассейн. Еще месяц до Кариб, блин. В лучшем случае. Вот. Я уже буду ученую степень к этому моменту иметь. Я надеюсь, пока не. Тебе так не скажешь, Саня, знаете, тебя в жизни у тебя может быть ученый степень. Он еще и картавый. Да, кстати, Саня, ты ж картавый. Слегонца. Что ж мне так везет-то на вас? Привет, когда выйдет батл? Батл выйдет в воскресенье. Это точно уже? Ну да, сказал этот же, как его. Как его? Ресторатор сказал, что завтра в воскресенье будет. Прикинь, забыл, охуеть. Рестик сказал, что завтра, о, в воскресенье будет, короче, батл выйдет уже. Мне так интересно посмотреть. Честно, вот прям интересно. Я знаю, что люди будут топить за него, конечно, но мне все равно посмотреть со стороны хочется. Потому что, если честно, я вообще не этот. Нихуя не помню толком, чего я говорил. Картавый маньяк, это опасненько, видишь. Бля! Сейчас, где мой большой нож, бля? Угар. Ладно, давай. Ладно, братан, на связи, все. Йоу. Давай.
короче, этот. Как клевый, это типа клевать не надо. Спасибо. Бля, мне надо что-то сделать, выспаться, блядь. Сейчас посплю минутку. Только моргнул неудачно на пару дней. Да, мог приехать, тусовка. Ты спишь. В прямом эфире. Самый лютый прямой эфир будет. Да не будет центра больше, все. Центр умер. Ну, я не знаю, парни там, может, сейчас они там скооперируются еще с кем-нибудь, будет центр, я не знаю, или вдвоем они сделают, но это другая история. Это как бы тот центр, все, успокойтесь. Коля научился. Ляг, поспи, плюшки. Батл выйдет в воскресенье. А тут нельзя, короче, написать. Батл выйдет в воскресенье. Да. Катафалк. А, короче, блин, розовый катафалк, это Борис из МПМ. А тут есть мини, кстати? На, вот он. Подождите, сейчас мы тут вам наштампуем треков, охуеете, блин. Хоронит уже нас. Все, пизда. Все. Борис один всех похоронит. Да Борис один сейчас разъебет этим треком, все охуеют. Я не знаю, трек будет называться «Розовый катафалк». Короче, «Розовый катафалк», как сказал Борис, это, короче, есть катафалк черный для нормальных людей, а «Розовый катафалк» — это катафалк, чтобы собирать пидорасов дохлых. Современных рэперов, типа, вот он так вот. Художник так видит. Все. Ну не на моей точно. На моей стороне стояли мои пацаны сзади меня. И все. Что там пишет? Да. До соплей особо-то нечего пускать. Здравствуйте. Охуеть, я уже ухожу. Бля, ты этот верс заебал уже, ну серьезно. Братан, не надо мне сердечек пускать. Я не принимаю такие эти. Допущен. Прикольно. Приколихи. Сатива, 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 сатива. Идеи насчет развития страны. Да хер его знает, надо быть там. Наверху, чтобы понимать вообще все механизмы и все, как это работает, еще можно сделать. Так-то, конечно, идеи дохуя, но не факт, что их все можно воплотить. А, шмотки, ебать. Короче, так. Все. Не пиздите мне здесь. Сахалину привет. Короче, шмотки, я забыл совсем. Будем мы шмотки сейчас делать? Сейчас с украшениями наладим, мы будем шматье цаушное делать опять. Потихонечку, потихонечку будем возвращаться. Падайте к нам.
так сказать, в сообщество ЦАОшников обратно. Денег много не бывает. Это кто? Муж? Ладно, все, всем пока. Мир вашему дому. Кто это? Это Серега. Все, парни, на связи. Девочки, спокойной ночи, парни, вам тоже.